я рад, что все удалось осуществить то, что было задумано несколько месяцев назад, что ученики, самое главное, Нарвы, откликнулись на это предложение, и достаточно много таких учащихся, порядка около 200 человек. Я надеюсь, что те знания, которые они получат в нашей школе, помогут им лучше сдать экзамены, расширить их кругозор по таким точным наукам, как математика, физика, химия, ну и по русскому языку. Ну, хотелось бы сказать, что работать школа будет в основном, конечно же, в рабочие дни после 16 часов и в субботу после 10 часов. Нагрузка на учащихся, в принципе, выпадает не такая уже большая, как могут подумать некоторые, потому что если ученик, например, 10 класса выбрал один предмет, то он всего лишь в неделю будет приходить один раз на 2 часа по тому или иному предмету. Если же 2 предмета, то, соответственно, на 4 часа, то есть на 2 пары. Так, пожалуй.